Привет всем! Сегодня у нас 7 августа, и у меня остановился вот этот проект трехколесного скутера. Нет колеса заднего. Ну, оно есть родное, но мне его портить неохота, оно доброе. Поэтому мне нужно колесо заднее. В нем есть втулка со шлицами, которая вот садится на этот посадочный вал. Как раз, чтобы установить, можно было звездочку и полностью все выставлять, вымерять, выравнивать. Поэтому пока проект остановился из-за колеса. Установил я амортизаторы, вот полностью колеса установил, но это колесо на 13, лысое я его поменяю, это диск на 14, резина жигулевская, установил суппорта тормозные на оба сразу, ну вот примерно он будет вот так выглядеть. Но я еще раз говорю, что колесо появится, я продолжу проект, сейчас мне нет смысла его делать. К сожалению, вот так вот примерно будет выглядеть. Так, колея этого моста получается вот если посередине вложить, вот здесь, ну и здесь тоже. Так, что у нас получается? 91 должен быть, я смотрел. Вот свечено все. Так, вот такая штука. Поэтому колесо появится, проект у меня будет продолжаться, а так у меня пока застопорилось. Поэтому всем пока и до новых встреч.